Один раз я даже задал вопрос одной самой сильной пиарщицы Франции, Сильви Грюмбах, как она видит меня, как русского дизайнера, и что мне сделать, чтобы я выделялся как русский дизайнер. Она сказала, а мы как-то можем определить какой-то французский стиль национальный в французских дизайнерах? Нет. Быть самим собой. Поэтому мне все-таки кажется, мы должны олицетворять время и немножко-немножко его опережать. Говорить о том, что возвращение фольклора, усиленной этники – это и есть русский стиль, я противник всего этого.